а там-то крик какой, в сарае подняли. Зато здесь хорошо. Так, какая козлиха? Ты круглая стоишь, да? Она вон сзади. Захожу, а она по сараю гуляет. С боками, с круглыми, я не знаю. Вот, здравствуйте. Снегу уже. Много уже, не могу выпрямляться. Что она там нажралась? Комбикорма, что ли? Этого, куриного. Сейчас пойдем тех кормить, да? Ух, они орут тут. У меня здесь на днях как раз вот. А то есть такие люди, которые вообще не представляют, да, мне написали тогда, когда я говорила по тем видео, что бесплатно не очень хочется, да, они. Ну, не знаю, ведь слышала, что блогеры же получают зарплату. Ну, получают, вы просто подробности не знаете. Она есть, но вопрос в том, какая она. Если раньше это было побольше, когда была монетизация, зарплаты нет прям как таковой каждый месяц ютуберам. Деньги начисляются от просмотра рекламы. А у нас в России запретили рекламу. Ютуб — это же какая там она, американская организация, я не знаю. Запретили в России. И поэтому наши зрители теперь... Ну, не просматривают рекламу, потому что ее нету, да? Просматривают только там с других... Просматривают рекламу только с других стран. И то, понимаете, не каждый ее смотрит, да? Но смотрят. За что им и спасибо. А это совсем маленькое количество. Ну, по сравнению с тем, которое было раньше, да? Если раньше еще можно было там жить и получать там деньги, хоть какие-то, но от канала зависит. Естественно, у маленького канала это меньше, а у которых там... Это все понятно, у которых больше, это больше. Вот так вот. Она есть, но у меня просмотров-то вообще мало. И поэтому мне зарплата приходит там раз в несколько месяцев. Ну, зарплата какая там? 1008-9. В несколько месяцев, не каждый месяц есть... Все, Сбер запретили, да, американцы? Поэтому, естественно, у всех Сбер. Ну, Сбер есть, мне кажется, да не кажется, у каждого человека в любом случае, да? Может быть, там... А это не мешает еще какие-то иметь карточки, еще какой-то банк. Но Сбер есть у всех. Вот, так что Сбером мы пользоваться не можем в данном случае. А Тинькофф потом завела карточку. Сначала они набирают клиентов, да, потом они стали забирать, типа, с долларами работы, да. Сейчас как война началась. Не поймал никого? Убежала? Они стали забирать половину. Ну, допустим, грубо говоря, 10 тысяч ты получаешь, вот, а зарплата... Зарплата с Ютуба, она приходит в долларах. В какой-то банк она приходит в долларах, и там уже тебя меняют и посылают в рублях. Вот в чем дело. И уже на рубли приходит нам она, допустим, я так, чтобы проще считать такую круглую цифру, да, 10 тысяч. 5 тысяч просто забирает себе Тинькофф. Это раньше было сколько-то месяцев назад, я не знаю, как они сейчас. Ну, представляете? Ни 100 рублей, ни 500, ни 1000, ни 2. Просто прям раз и половина. Вы где-нибудь такое видели? Вот, вот так вот. Потом все, кто на Ютубе, они стали уходить с этого Тинькова на Райффайзен, да? Картина та же самая. Пока они набирают клиентов, там хорошие условия, все хорошо, все замечательно, все вежливо. Потом они сообщают, что будет... Как у них там грамотно написано? Сейчас я вам, короче, на деле объясню. Там даже не половина. Там даже
Блин, сейчас не буду загружаться, надо там кос идти доить, кормить, они там орут в сарае, которые... Вот, и пришла зарплата, допустим, те же берем 10 тысяч, да? А, она не пришла, я даже с Ютуба пришло оповещение, а вот там уж что-что, но там никогда не было задержек, никогда там то, что не дали зарплату как-то по каким-то... То есть там могут не дать только если у вас не набежало, да, понимаете, эти просмотры и вот эта монетизация. А так там всегда есть определенные числа, и в эти числа обязательно приходит зарплата. Оповещение пришло, что проверьте, средства перечислены. И потом я как-то забыла про это. А потом я думаю, ага, здрасте, а где же средства, которые перечислены? По карточкам-то у меня нет денег. И я открываю этот Райффайзен и читаю. Уже в истории, да? Пришел перевод. 9. Ну, не помню, допустим, 9600 пришел перевод. Списана комиссия 9800. Вы видали такое? 9800. То есть пришла сумма, списали всю эту сумму, и еще мои деньги с карточки списали. Это, короче, вообще полный, да? Я пишу, у нас знакомая очень хорошая. Что делать, Юль? Она очень грамотный человек, она очень все может формулировать, она много знает. А если она не знает, она может поискать эти законы, все найти, все вот это составить, состыковать. Она напиши им, что вы нарушили закон. Нарушили условия договора и нарушили закон. Я им пишу. Вот это вот. Ну, нарушили условия договора с банком, да, еще списали, мои деньги еще забрали. Там сначала, естественно, как положено, у них бот чешет. Ну, то есть компьютер отвечает. Начал всякую ерунду мне там, деньги храните там, а это туда, а это эти вклады. Блин, как издеваются, да? Забрали такие деньжища просто на халяву, да? Это уже не сколько-то, это даже не половина, как в Тинькове, вы представляете? Я была вообще, короче, ошеломлена. Скажем, вот так вот. И пишу, значит, нужен этот оператор. Подключился оператор, здравствуйте, туда-сюда, и опять мне печатать. Я говорю, вы забрали еще и мои деньги, к тому же. Вот у нас такой закон, что... Если долларовые, короче, это только на долларовые переводы. Если в долларах идет, значит, забирается комиссия там прям до 10 тысяч. Вот такая огромная комиссия. Если у меня 9 тысяч ушло с 9 тысяч, да, она мне начала писать, что и раньше писали. Это мы рекомендуем вам, ну, обратиться в другой банк для долларовых переводов, а вот для рублевых переводов комиссия взиматься не будет. И, ну, все, ну, мне ответили, короче, все, отвали, да. Так положено у нас. Что пришло, то мы и забрали. Я, ну, как 90-е какие-то, да? Прям просто грабят подчистую. И я, Юль, ну, написали так, что делать? А напиши, хоть эти 200 рублей пускай вернут. Они, конечно, роли не играют, не, но они забрали, ничего себе, да? Я им пишу, верните мне 200 рублей, которые вы забрали с моих средств. И вот на то, что мы рекомендуем вам, значит, обратиться для долларовых переводов в другой банк. Я говорю, ваши рекомендации никому не нужны. Они рекомендуют, они знают, ну, естественно, какая ситуация, они знают. И что проблема такая, и не переводят банки, да, не все. А тут они пишут мне, мы рекомендуем вам. Я пишу, ваши рекомендации никому не нужны. И там же они писали, да, а вот в рублевых переводах процентов, значит, не будет. И я им пишу, а для рублевых переводов есть банки с хорошей репутацией. Ну, мне надо было что-то написать, все, я обиделась. Ну, представляете, просто загробастали, просто воровали, да, забрали все то, все, что нажито непосильным трудом, да, вот. И все. Я
Ну, я понимаю, что она же не сама по себе отвечает, даже вот эта вот, которая оператор. Ты отвечаешь, она сейчас, там, подождите, да, где 5 минут, где полчаса, где час-два, где в течение дней, дня вам ответит, где в течение нескольких дней, да. Там же юристы, они же советуют с юристами, они от себя тяну какую-то пишут. Ну, и мне все, мне уже ответили, что, короче, ну, такие у них законы. Угу. Что пришло, то они и забрали. И все. Но я написала то, что я думала. Зачем мне нужен какой-то Райффайзенбанк? Я его буду оформлять для рублевых переводов, когда есть Сбер. Пожалуйста, пользуйтесь. Или другие там. У меня до этого Тинькофф был, да? Так и написала. Есть банки с хорошей репутацией. Все, просто напоследок. Ну, забрали и забрали, думаю, да, они мне все объяснили, свои поступки, что нет, так положено, и, короче, что ничего другого и не будет, да. И потом я смотрю, я удивилась, через день, через два, я не помню, или в этот же день, мне надо было расплачиваться, денег на карточке было на этой, на Райффайзен, совсем прям мало, я открываю, у меня там 9 тысяч. Я сначала не поняла, что это такое. Да, ты знаешь, обычно такая ситуация, ты ходишь, у тебя вроде деньги были, ходишь, там, а потом раз в конце, а денег нет, и ты, нет, ты понимаешь, что ты тратила, там, примерно прикидываешь, но прям почему-то их не осталось очень быстро, да, и ты не понимаешь, не всегда понимаешь, куда они делись, эти деньги. Вот, а здесь другая картина. Они никуда-то делись, они наоборот, откуда-то взялись, ты открываешь, а у тебя не было на карточке ничего. И вот это прям полностью, даже не как Тинькофф, то есть они даже половину не взяли, они прям полностью вернули все, что вот это вот, никакие проценты даже они не брали, все вернули. И потом пишут, оцените, как всегда, да, оцените работу банка. Я не стала. Я обиделась на них и не стала оценивать эту работу банка. Не, ну это, согласитесь, прям вообще прям просто чересчур, прям просто грабеж, прям такой прям неприкрытый, да? Я говорю, в Тинькофф и то они половину берут уже, ладно. Ну там, ну деваться уже некуда, да? И то, если бы повоевали с ним какие-то грамотные люди, может быть, и это отсудили, мы-то не знаем, что как, что к чему. Вот. Ну, половину. Ну, не все же, и еще что у тебя, и еще там твои средства с карточки. Это же вообще. Вот. Вернулись с боями. Я говорю, ну почему нельзя по-человечески, да? Почему нужно обязательно скандалить, что-то где-то, что-то там как-то ругаться? А по-человечески нельзя. Потом вернули и оцените нас. И что? Как были вы непорядочные, так и есть. Что вас оценивать? Вот. Вот такая у меня история на днях случилась. Ну, это, конечно, надо думать. А что думать? Я не знаю, на какие банки переводят. Я знаю, на Тинькофф переходили, потом на Райффайзен все дружно с Юдубой переходили, да? И что, как? Что теперь делать? На какой банк перескакивать? Все, наверное, какой-то там Юни есть, но это и то не банк, это что-то там какая-то система. Я, короче, не знаю. Вот. Или уж в худшем случае, не то что это было бы хорошо, но из двух зол выбирать меньше, а опять переходить на Тинькофф, где забирают половину. Просто берут, забирают. Да, тут мы уже тут думаем, как нам. Заберут у нас половину или заберут все. Конечно же, лучше, чтобы забрали половину, да? Кто чем? Что-нибудь слышали вы? Кто чем пользуется сейчас? Для долларовых переводов. Каким банком я имею в виду? А то вот так вот, представляете? Не, ну вот так вот прям 10 тысяч. Нормально, да?